Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Фишер». Сериал «Фишер» основан на реальных событиях, когда советский серийный убийца Сергей Головкин держал в страхе жителей Московской области в период с 1986 по 1992 годы. За это время, как считает следствие, он совершил не менее 40 убийств. Однако доказано было лишь 11. Головкин является последним казненным преступником в истории России. В последнее время создатели кинопроектов стали очень часто обращаться к реальным историям, от которых в буквальном смысле стынет кровь. Такие сериалы о маньяках, как «Чикатило», «Хороший человек», «Душегубы» получили очень высокие рейтинги. Не только из-за того, что в их основу легли реальные преступники и следователи, работа режиссера и оператора, актерское мастерство, подбор локаций всегда оказывались на высоте. Второго сезона картины «Фишер» ждать не стоит, ведь история является завершенной. Зритель видит всю трагедию событий с начала до конца. От преступлений до поимки маньяка, который раскрывается лишь в конце сериала. Если вам понравился сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.